Приветствую всех, Job School, с вами я, Достан, и сегодня мы с вами поговорим о синонимах к слову cool в значении крутой, классный. Давайте разберем несколько фраз, которые часто используются в разговорной речи. Давайте же начнем. Хорошо, и первое слово, это у нас будет слово «ait», да, то есть когда вы с кем-то согласились насчет чего-то, да, то есть «хорошо, я это сделаю». «Ait» — это у нас получается, как вы думаете, что это? «Ait». All right, да, это, то есть в разговоре не «all right», а «ait» просто можете сказать, да? «Ait» — это означает «хорошо». Например, я скажу тебе, Юра, «clean the car», «помой машину». Все, ты, значит, должен помыть машину. Ты согласился с этим, да? Хорошо. Также у нас есть такая фраза, как all that. All that. Это означает, что, типа, тоже клевый, да, крутой и пример, да, небольшой. She thinks she is all that, but she isn't. Как это можно перевести? She thinks, она думает, that she is all that, что она вся такая клевая, да? Но на самом деле это не так, да? Она не является такой крутой или клевой. Также у нас довольно-таки популярный, вы слышали, да? Awesome. Да, слышали? Это популярно у подростков, да? В Америке особенно. Awesome. Это тоже означает классный, крутой, например, можно сказать... Это просто бесподобно, это классно. Скажи, Аня, как это сказать? Awesome. This is awesome, да? Это или просто oh, it's just awesome. Это просто круто, да? И также у нас такое слово bad. Как это переводится? Bad. Плохой, да? Но в этом смысле, если в хорошем смысле, можно перевести как тоже классный, да, например, да? Мы можем сказать, эта машина классная. Мульхисар, скажи, пожалуйста. Мульхисар. Эта машина классная. This car, например, эта машина классная. Is bad. Да, ты хочешь сказать, типа, вау, какая классная машина, да? В смысле, она такая крутая. А также, если awesome используют где? В Америке, да, чаще всего, да? Также у нас есть слово brilliant. Кроме того, что это как бы переводится как, может, бриллиант, да, или что-то типа такого, это означает так же, как awesome, типа бесподобно, классно, да. Да, это чаще всего вы услышите это у британцев, довольно-таки популярно. Пожалуйста, Аня, скажи, это чертовски круто. Чертовски будет bloody, тоже довольно-таки такая фраза. This is bloody. Bloody brilliant, да? Хорошо, то есть это чертовски потрясно, это классно, да? Также следующее слово означает классный, крутой, это choice. Как вы думаете, основное значение, что означает choice? Да, какой-то выбор, да? Но здесь имеется в виду о том, что какое-то решение, типа, ну или какой-то выбор классный, да? Можем, к примеру, сказать... That's my girlfriend, да, если я представляю кому-то, да, и мой друг может сказать, oh, she's choice, да, типа, вот это выбор, да, вот она классная такая, да, вот, choice можно, да. Также Kick-Ass, есть такой фильм, да, вы, если знаете, да, Kick-Ass, слышали о таком или нет? Yeah. У нас перевели как пипец, да, что-то типа такого, но, да-да-да, Kick-Ass переводится тоже потрясный, классный, можно сказать, к примеру, эта вечеринка вообще классная. This party is kick-ass. This is a kick-ass party, да, это классная вечеринка, крутая вечеринка, хорошо. Еще довольно-таки близких по значению слово это у нас ill и sick. И остальное это sick. Что это переводится основное такое? Ill. She's ill. Болен, да, то есть, да, или sick тоже. Но буквально, да, переводится, что как какая-то болезнь, они болеют чем-то, да. Но можно также употреблять в значении, что это cool, круто. К примеру, давайте скажем, эта песня крутая. This is music. Song, песня. This song is
It's sick, да? Да. Хорошо. Или это просто, это классно. It's ill, давайте. That's ill, да? Или that's sick. Без разницы, да? И довольно-таки очень популярная фраза terrific. Сейчас. Terrific, да? Terrific. Можем сказать, это было замечательно. That. Это было. That was, да? Это было замечательно. That was terrific, да? И последнее слово, которое мы с вами сегодня поговорим насчет синонимов к слову cool, это wicked. Также его чаще всего можно услышать в Британии. Да? Оно используется как значение классный, клевый, опять же. Скажем, эти shoes, да, эти ботинки классные, скажем. Those, да, эти shoes are wicked, да, хорошо, но также сейчас и в США можно использовать эту фразу, без разницы, в принципе, да, то есть, давай, Юра, скажи, эта вечеринка была классной. That party? That party? Была. Was? Was. Вечеринка. Wicked. Wicked. Да, that party was wicked. Эта вечеринка была классной. Вот и это все фразы, которые вы можете использовать в своей речи, конечно же, да, чтобы постоянно не повторяться cool, там, что-то типа такого, да, или great, вы можете использовать именно эти фразы, чтобы расширить свой словарный запас в разговорном, да.